При этом это все-таки человек, и ничто человеческое этому на персонажу не чуждо. И я, конечно, прочитав сценарий, увидев столь серьезную тщательность работы над фильмом, безусловно, согласился. Это была череда предложений мне играть мало моральных губернаторов, вороватых чиновников и пенсионеров милиции с улыбкой на устах, принимать какие-то решения. Тут я понял, нет, вот это здесь я должен быть. Но еще и потому, что этот фильм делал супервайзером картины, является Алексей Гусев, большой профессионал, с которым нам удалось поработать на моей картине «Батальон». Я увидел тщательность подготовки, а уж когда увидел, как сделана декорация, как сделаны макеты станции, вообще подход к этой работе, и вы увидите, кто не видел еще, это же 40 минут космоса надо было создать. Причем создать максимально достоверно. И здесь еще, конечно, актеры, партнеры, я увидел еще их отношение к работе и понял, здесь я должен быть. И думается мне, что эта картина, как сегодня справедливо говорилось, займет свое серьезное место в нынешнем отечественном кинематографе и много даст для киноиндустрии вообще. Особенно к доверию российского зрителя к собственному кино, которое иногда приходится все время поддерживать каждой новой картиной. Ваши вопросы, господа.